Добрый день, друзья! Наверняка совсем недавно многие посмотрели вторую часть мультфильма про семейку Крутс. У многих осталось только положительное впечатление о мультфильме. Сегодня предлагаю вашему вниманию топ-5 интересных умозаключений, которые представлены зрителям в первой части мультика. Все они учат правильно воспринимать жизнь, рационально реагировать на обстоятельства, а также понимать основные ценности жизни. Итак, поехали! Страх – это безопасность. Ставь всякий поиск. Страх бережет нас от смерти. Бойся всего и всегда. Да, действительно, какой в этом смысл? Учитывая, что действие мультфильма происходит еще до начала времен, страх был для живых существ того времени основным инстинктом выживания. И если ты не боишься прыгнуть в реку с крокодилами, считай, что ты прожил последний день в своей жизни. Как она увидела что-то новое и умерла! Да! Данное утверждение вполне актуально и в наше время. Новое всегда опасно. Последняя гримаса ужаса застыла на ее любопытной морде. Тот же конец, что и всегда. Я понял, пап. Я никогда не буду делать ничего нового. Никогда не делать ничего нового, сохраняя при этом жизнь и привычный устой. С рациональной точки зрения данное суждение имеет право на существование. Но ведь без нового нет никакого развития. А развитие – это неотъемлемая часть эволюции, не так ли? Мечты – огромная сила. Она все же ходила к утесу. И чем ближе подходила к краю, тем больше слышала, больше видела и больше чувствовала. Наконец, она встала на самом краю и увидела свет. Она захотела дотянуться до него. Ходить по краю, чувствовать, видеть свет, стремиться дотянуться до него. Вам ничего не напоминает? Это ведь не что иное, как мечтать. А каждая мечта – это желание познать мир через множество открытий. Сегодня с этим утверждением нельзя не согласиться. Мечты способны привести каждого человека к невероятным открытиям и результатам. Время – ограниченный ресурс. Я должна многое тебе сказать. Я должна все исправить, а времени нет. Я исправлю. Да, порой, чтобы исправить ошибку, допущенную в прошлом, может попросту не хватить времени. Как бы это ни было обидно, это правда. По настоящее время данное утверждение полностью имеет право на существование. Надежда – лучшее лекарство от душевной боли. Только чувство надежды способно заставить человека жить в самые сложные моменты его жизни. Как бы ни было плохо, нужно всегда надеяться на результат, на новый день, на счастливый момент и возвращение любимого человека. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось и, возможно, вы подпишетесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.